Благодаря новому выставочному пространству Дома-музея Ленина можно представить город Симбирск XIX века, когда сюда из Нижнего Новгорода переехала семья Ульяновых. Именно наш город был тем местом, где формировалось мировоззрение Владимира Ильича Ульянова-Ленина, складывался его характер. А Ульяновы приехали в наш город в 1869 году, по осени. И, конечно, удивились красоте нашего города. Не случайно его называли дворянином на Волге. Широкие улицы, значительные площади, фруктовые сады придавали городу необыкновенный колорит. По приезду в Симбирск Ульяновы поселились на Стрелецкой улице, во флигеле дома вдовы диакона Александры Семеновны Прибыловской. Эта улица находилась ближе к Волге, на высоком берегу, можно сказать, на верху. В этом доме 22 апреля по новому стилю родился третий ребенок семьи – Владимир. Путь к увековечению места рождения Владимира Ульянова-Ленина оказался длительным и трудным. Только в конце 20 века, благодаря ульяновскому краеведу Жорасу Трофимову, удалось документально подтвердить, что дом, где родился Ленин, сохранился. Но это не единственный дом на Стрелецкой, где жили Ульяновы. Осенью 1870 года они переселились на второй этаж каменного дома Прибыловской. Здесь 16 ноября по новому стилю 1871 года родилась Ольга. А в конце того же года Ульяновы переехали на второй этаж соседнего деревянного дома, принадлежавшего Дарье Федоровне Жарковой, жене отставного унтер-офицера. Здесь 16 августа по новому стилю родился Дмитрий Ульянов. Все три дома хорошо можно разглядеть на макете, изготовленного под наблюдением исследователя-краеведа Сергея Львовича Сытина. Он занимает центральное место в новой экспозиции. Также эти дома входят в комплекс Ленинского мемориала, воздвигнутого на бывшей Стрелецкой улице. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.